Окружные полицейские переоделись. Сегодня весь личный состав МВД России по Ненецкому округу официально перешел на зимнюю форму одежды. В новой сезонной одежде полицейские провели строевой смотр. Он прошел на центральной площади города Марат-Сей. Равняйтесь! Смирно! Контрольный заход! Торжественному маршу! Зимние бушлаты, меховые воротники и шапки. Управление внутренних дел по Ненецкому округу подтвердило – в регион пришла зима. С сегодняшнего дня весь личный состав переходит на зимнюю форму одежды. Именно такое обмундирование было установлено еще в 2011 году. Цель сегодняшнего смотра – проверить соответствие и готовность личного состава к новому сезону. Дата перехода выбирается заранее. В каждом регионе она своя, в зависимости от погодных условий. Эта дата у нас была спланирована, конечно, заранее, месяц назад. Никак мы не могли просчитать, что такие ненастные погодные условия наступят. Но, тем не менее, оно придает определенный колорит. Все-таки мы наилучшим образом сможем оценить соответствие форменного обмундирования складывающейся погодной обстановке. А вот зимнее обмундирование ненецких полицейских ничем не отличается от того, в котором несут службу правоохранители из других регионов. Оно такое же теплое и практичное. Хоть я и сам хожу в кожаной куртке, но у меня точно такие же есть бушлаты. Она действительно теплая, удобная, практичная форма. Внешний вид и число различных составляющих формы полицейских дают возможность работникам как мужского, так и женского пола выглядеть опрятно и иметь некоторое разнообразие в служебном гардеробе. Женщины, когда их ставят на охрану общественного порядка, одевают бушлат, зимнюю шапку, одевают капюшон, чтобы нигде ничего не продувало, ватные штаны, теплую обувь, перчатки. И форма, я считаю, что для условий Крайнего Севера она очень даже подходит. Все сотрудники полиции, для которых в постановлении и распоряжении органа государственной власти указано непременное ношение форменной одежды, должны появляться на рабочем месте исключительно в форме. Она способствует повышению уважения среди горожан к полицейским и прививает дисциплину работникам, считают в Министерстве внутренних дел. Ольга Руссу, Леонид Шишелов, телеканал «Север».